На центральной площади Петропавловска прошел конкурс «Выставка «Лучший товар Казахстана». Свою продукцию здесь представили 27 местных предприятий. Среди них ТО «Экомол Сергеевская». Компания выпускает кисломолочную продукцию. Продукция наша очень хорошая, спросом пользуется. Люди всегда приходят к нам. Нравится им наше масло. Спред берут, творожок берут, курт берут хорошо. Брынза у нас очень хорошая. На выставке большой ассортимент товаров. Их здесь реализуют по приемлемым ценам. С продукцией, которая претендует на звание лучшей, сейчас знакомятся члены жюри. Между тем, на площади проходит еще одна выставка «Одно село, один продукт». Шолпан Айтасова приехала в Петропавловск из Тайншинского района. Вниманию посетителей представила обувь из войлока. Этим делом я занимаюсь уже 4 года. Работа очень кропотливая, сложная. Сегодня я представила на выставке обувь из войлока. Материал экологичный и антибактериальный. Обувь очень легкая, теплая и износостойкая. Изделия с такого материала пользуются большим спросом. Я их делаю только на заказ. Условия конкурса выставки – представленные товары должны быть качественными, а самое главное – безопасными. С критериями справились все участники, отмечают организаторы. Сегодня проходит конкурс выставка «Лучший товар Казахстана». Это мероприятие республиканского масштаба, которое проходит в каждом регионе. У победителя выставки будет хорошая возможность доказать не только региону, но и всей стране, что их товар является лучшим. Всего в конкурсе победили 9 товаропроизводителей. Их признали лучшими в 3 номинациях. Алишер Ашимов, Вадим Мударисов, МТРК.